Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. А мне так объяснили, что это обращение Меладзе к Путину. Не знаю, Владимир Владимирович отреагировал как-нибудь или нет. А здесь сегодня прочитал у Славы Коновалова, основателя культбригады, у Меладзе осенью будет концерт в Оренбурге. Все билеты проданы уже. Все билеты проданы. Я не знаю, как он будет совмещать. У него же осенью будет шоу «Голос» в разгаре, он же в «Наставниках». Ну, его же брат может выручить, правильно, да? Константин Меладзе, он же тоже, по-моему, наставник в «Голосе». Тем более, что я читал новости. Вера Брежнева переехала поближе. Она теперь не в Италии, а в Риге. Тоже, наверное, готовится к чёсам. Ей же прям из бюджета непосредственно, без всяких там, я помню, на госзакупках видел. Просто непосредственно из казны. Ну что, шоу-бизнес? Нет такого другого бизнеса. Поговорка такая американская есть. There's no business like show business. Цветет и процветает.